Какого черта со мной творится? Я же была не... Как я сюда попала? Что я сделала? Я не чувствую боли. Она совсем прошла. Что это такое? Камни дрожат. Что за чертовщина? Всем привет, с вами Алекс Айкил. И мы продолжаем проходить Amnesia Rebirth. О, это штука на запястье, она как живая. Это мое? Я не помню. Что? Мне это не нравится. Мне тоже. Ну что, как дела? Господи, как я могла его бросить? Да, понимаю. Все, что он говорил, кажется логичным. Но это просто какой-то гребаный бред с самопожертвованием. Слушай, я знаю Салима и знаю тебя. Знаю, на что вы способны. У него получится. И ты вернешься к нему. Даже если на пути встанут все силы зла. Мне дико страшно, Хэнк. Знаю. Баю-бай, ты не плачь, глазки крепко закрывай. Баю-бай, ты не плачь, папа рядом, так и знай. Спи спокойно, Элис. Факелы. Тут кто-то был. Ау! Кто-нибудь? Я встретился с ними в парке сегодня днем. После разговора с директором фабрики Динара. Момент гордости. Она училась считать до трех. С помощью кубиков. Верно. Научилась? Она показывала мне тогда. В парке. Что это за место? Как странно. Эта штука умеет открывать порталы. Черт! Мы немножко провалились. Где? Ради всего святого. В
Вот это да. Это же не взаправду? Может, ты сильно ударилась головой, и нам все это чудится? Ай, черт, надо быть осторожнее. Один неверный шаг, и нам конец. Мой браслет снова светится. Вот это статуя. Это же статуя, да? Боже мой. В развалинах скользят тени мертвых. Раньше здесь жили люди. Или подобные им. Возможно, это все же была Зерзура, Эдем или другая колыбель человечества. Но теперь все здесь лежит в руинах. Чем бы они раньше ни были. Это должно было быть прежние строители врат. Но что могло вызвать такие разрушения? Даже сама тень не способна уничтожить весь мир. Не так ли? Портала не видно. И даже если удастся найти его, шар забрала тень. А другого у меня нет. В тумане движется нечто еще. Когда оно выходит на охоту, я вижу яркие огни и слышу его крики. Не думаю, что оно живое. Это крах. Пути назад нет. Идти некуда. Поиски портала меня ни к чему не привели. Мне удалось выявить слабые точки при помощи расчетов Леви, но просвет без амулета странника образовать не выходит. Я не внял предостережением Бренненбурга, но какой у меня был выбор? Тень учуяла шар. Мне пришлось рискнуть всем и шагнуть в портал. Ни воды, ни других средств к существованию. Долго я не протяну. Но если вы, читатель, путник из неведомого мне мира, понимаете язык тех, что зовутся людьми и населяют мир Земли, и можете изъясняться с ними, сообщите им. Следующее. Это я первым разгадал тайну строителей врат. Я первый человек, преодолевший границу между мирами. Я профессор Алоизи Герберт из Кембриджа, Англия. Был первым. Да простит меня Всевышний. Бедняга. Необходимо все изучить, дабы отыскать обратный путь. Однако шаг в туманную дымку подобен шагу в омут. Я блуждаю посреди океана смутного шепота. Нужно заставить их замолчать. Неужто это те, кто обрел здесь последнее пристанище? Или моя собственная паранойя? Мой план таков. Сосредоточиться, очистить разум, шагнуть вперед. Как можно быстрее все изучить, а потом вернуться. Дело предстоит не быстрое, но я боюсь, это мой единственный шанс. Но из записок мы узнали, что эта штука называется амулет странника, и он открывает порталы между мирами. Видимо, так мы сюда и попали, случайно открыв портал.
Как, черт побери, здесь можно хоть что-то найти. Да уж. Я практически ничего не вижу из-за этого тумана. Будем ориентироваться с помощью амулета. О, слава богу. Выглядит обнадеживающе. О, нет. А это еще что такое? Явно что-то недоброе. Это монстр? Ну чё ты застреваешь-то на ровном месте? Да где же этот чёртов портал? Что с ними стало? Этого я не знаю. Но скажу так, мне бы точно не хотелось, чтобы с нами стало то же самое. Ну что за лабиринты какие-то? Вообще непонятно, куда идти.
Может туда прыгнуть? Рискованно как-то. Мы разве не назад вернулись? Все погибли. Твою мать. Да вы что, охренели так пугать? О, господи. Ну чё за бред, а? Погодите. А, кажется, я понял. Куда нам надо? Чёрт. Пресвятая Дева, что могло здесь произойти? У окна? Замерзнет же. Тут не холодно. Для Парижа в самый раз. Ну хорошо, я замерзну. Обед готов. О, что тут у нас? Я еще не закончила. Кошмар. Просто ужас. Да ну тебя! Мне кажется, было 16. А он совершенно потерял от меня голову. Но не было ни комендантского часа, ни запертых дверей. Лишь этот компас. Говорил, что всегда поможет мне отыскать дорогу домой. Хотел бы я получше узнать его. Я тоже. Эй! Баю-бай, ты не плачь, глазки крепко закрывай. Баю-бай, ты не плачь, папа рядом, так и знай.
Салим? Салим? Я здесь? Нет. Элис? Нет, 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 Элис, Элис! Нет. Что за... Мама! Что? Где? Элис? Салим? Нет. Нет. Все казалось таким реальным. Что-то изменилось? Тело будто не мое. Что за чертовщина? Я как-то потяжелела, и в животе что-то... О, господи! Она беременна. Может быть, это был не сон? Профессор Герберт называл эти дыры между мирами просветами. Откуда он знал про них? Сохраняй спокойствие. Так советовал врач. Да, попробуй то сохранять спокойствие при всей творящейся фигне вокруг. Что это там внизу? Он был здесь.
Он был... Мы же решили убрать его подальше. Что такое? Бедная обезьянка. Надо ее подшить, постирать. Она такая потрепанная. Сердце мое. В чем дело? Элис. У Элис будет сестренка. Я беременна. Я вспомнила. Ох, черт подери. Я вспомнила. Я беременна. О, Салим. Помню, как сказала ему. В Париже. И эта экспедиция... Мы ведь почти не поехали. Ведь я была... Я и сейчас. У меня будет еще один ребенок. Господи. Куда же ты ушел, Салим? Как ты могла забыть о таком? И почему ты, блин, вообще ничего не помнишь? Пока вопросов больше, чем ответов. Салим? Нет. О, нет. Умоляю. Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Салим, нет. Умоляю, любовь моя. Прошу тебя, я здесь. Я пришла, не уходи. Сердце мое. Ты сердце мое. Что мне делать? Что же мне теперь делать? Я должна была найти тебя. Я знаю, что не выживу. Мне уже не больно. Я потерял тебя, Таси. Это пройдет. Я знаю, что ты выберешься. С тобой такая ценная ноша. Живи ради нас, Таси. Живи ради нашей малютки. Живи и будь свободна. В один прекрасный день мы все снова будем вместе. Знай, что ты, мое сердце. Сердце мое. Да, жалко его. Почему меня не было рядом? Почему мы были не вместе? Что? Здесь нельзя оставаться. Прости, любовь моя. Мне так жаль. Я сделаю все, что в моих силах, лишь бы уберечь ее. Твою мать. К черту. Я не смогу.
Без тебя мне не справиться. Но почему ты ушел? Нет, нет, не смей быть такой эгоисткой, черт возьми. Речь не только о тебе. Ты должна жить. Ради ребенка. Ну же, сделай хоть что-нибудь. Мы нашли фонарь, но он почему-то не светит. Что? Эй, там кто-то есть? Выход наружу. Похоже, она дала обезьянке имя.